участковые избирательные комиссии заканчивают обработку бюллетеней. И сейчас осуществляется ввод протоколов в систему ГАЗ-выборы. Обработано 85% протоколов. И с высокой степенью вероятности можно говорить уже о том результате, который будет по завершению полного подсчета голосов. Сенсации в крае не произошло. У нас сегодня в лидерах «Единая Россия» при явке избирателей порядка 65%. У «Единой России» результат близок к 60%. И в верхних строчках рейтинга другие парламентские партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Это я говорю о результате по федеральной избирательной кампании. По одномандатным избирательным округам лидируют представители, также, которые были выдвинуты партией «Единая Россия». В 65-м избирательном округе действующий депутат Кузьмин Михаил Владимирович. В 66-м также депутат, действующий депутат Ольга Викторовна Тимофеева. В 67-м Кауменводском Казакова Ольга Михайловна. И в 68-м Георгиевском одномандатном округе Бондаренко Елена Вениаминовна. Что касается результатов голосования по избранию депутатов Думы Ставропольского края, то здесь и явка, и результаты по партийным спискам, они практически совпадают с федеральными, незначительно отличаются. В одномандатных избирательных округах избраны на одном округе кандидат-самовыдвиженец, на 24 избирательных округах, простите, не избраны, а лидируют на сегодняшний день, на эту минуту. А по 24, соответственно, представители партии «Единая Россия».